Друзья, ассаляму алейкум, добрый вечер. Ну вот, наконец-то я нахожусь в Баку. И это место Old City, по-другому Ичари Шахер. Друзья, это одно из достопримечательностей города Баку. Наверняка вы уже слышали. Ну, это для моих зрителей. Зрителей моего канала. Вот. Посмотрите эту постройку. Наверное, вход бесплатный, я думаю. Сейчас узнаем. Посмотрим, что тут внутри такого интересного. То мне уже все уши прожужжали. Чари-шагар. Что тут такого необычного-то? Все, что ли? Просто здание. Так. Ага, вот. Сал Гардаш, азербайджанский. Сал. Так, это что у нас тут? Ресторан, мужик какой-то. Извини, дорогой, но я не знаю, кто ты. Так, ну вот, постройки. Ну, ребят, я не подготовился, ничего. Просто пришел и снимаю. Вот. В Турции очень много таких построек, где вы просто ходите, гуляете, наслаждаетесь видом. Смотрите, ребята, да, какой интересный дизайн решеток. А вот смотрите, какой балкон. Раньше были какие-то стройки, да? Интересно. Ну, надо прийти, увидеть, что, как выглядит хотя бы. Старые постройки. О, лабиринт какой-то. Ва! Это для алканоидов, ценителей. Смотрите, ребята, это что-то интересное. Вилла, что ли, или что это такое? Какие ворота. Какое здание, смотрите. Узоры какие интересные. О, мечеть. Машалла. Вот это я понимаю. Мечеть какая, да, интересно. Мухаммед Масджиди. Давайте посмотрим, какого года. 1078 года. Да ну. 10 века, ребята. 10 века. Ничего себе, машалла. Вот какие узкие переулочки здесь. Вот на Пера отель. В этом доме жил основоположник Джаз Мугама, Вагиф Мустафа Зада. Основоположник. Очень интересный, красивый дизайн. Так, давайте посмотрим, куда мы идем. Ага, Михаил Хамам. Это хамам.
Мухаммад мечети, мы уже там были. Это тоже мечеть в Чик-Кавансарай. Это марионеточный театр. Давайте посмотрим. Это тоже что-то вроде мечети. Это мечеть тоже, ребята. А вон там вот Гызгаласы. Девичья башня. Смотрите, какая мечеть. Давайте посмотрим, какого года. Джума месяц 1899 года. Окей, миллион часов. Кирези, Хаджи Шейх Али Ага, Дадаш Олу, Дадашов, Тераклинен, Тикельмиштир. Ну вот, в 1899 году был построен одним миллионером Шейх Али Ага Дадаш Оглу Дадашев. Построил мечеть. Машаллах, баракулу фикум. Да помилует его Аллах за это. Построил мечеть. Смотрите, какая мощная, да, мечеть. Очень интересно. Камень. То есть 1899, ребята, 124 года этой мечети. 124 года. Алхамдулиллях. Вот знаменитая девичья башня. Да, сколько раз я хотел побывать здесь. О! Ностальгия. Старинные вещи. Кто-то коллекционирует. Здесь вы можете найти уникальные вещи, ребята. Ушедшего столетия. Тут мурам. Мурам — это национальная музыка. Ну, наверное, вот посмотрю еще вот эту девичью башню и все. Так, друзья, это вот есть тот самый знаменитый Гызгалас. Ну и чего дальше? Ну, люди заходят туда, сейчас закрыто. А вот и азан. Это уникальный какой-то инструмент, ребята. Человек вот барабанит и такой звук издает.